Всем привет! А мы сегодня в Семиизе. У нас сегодня понедельник, 2 мая. Опять мы путешествуем по Крыму. Оставайтесь с нами, будет опять очень интересно. Мы остановились у парка. Такой маленький, небольшой, ну как парк. Тренажеры стоят. И какая-то тут красивая лестница. Вот и весь типа парк. Ну, вон, смотрим, дальше что-то есть. Сейчас пойдем посмотрим. Красивый фонтан виднеется. Идем смотреть. Ну и, конечно, весна, цветы. Смотрите, какая красота везде. Вот фонтанчик у нас. Он еще не работает, но выглядит довольно интересно. Такими львами, женщина с кувшином. И вот общий вид, парк и дальше скала и красивое небо с облаками. А вот она, жар-птица, собственно, персоны. Дорожка, где люди бегают, отдыхают, скамеечки новые, скорее всего, ее только делают, и довольно так неплохо она выглядит. Сейчас посмотрим поближе. Классный вид, аллея и выход на гору, красивая гора. А здесь, скорее всего, будут фонтаны с подсветкой, прыгающие, брызгающие разные. На этой аллейке статуи находятся. Это, скорее всего, Самсон, убивающий. А нет, это Аполлон, оказывается. Вот он, Аполлон. Со змеей разговаривает. Следующая статуя у нас, угадайте с трех раз, шкура льва, это у нас Геракл, это Геракл, вот он, вот такой был Геракл, у которого копье толще, чем рука. Вот такой вид в конце аллеи, гора и люди отдыхают, сидят, здесь приятно. Плитка белая, и так все ярко смотрится, красиво. Какая злая собачка гавкает. Спортивная площадка. Площадка для самокатов. Все оборудовано, сделали. Отлично. Здорово. Вот мы на вершине горки.
Сейчас будем спускаться уже к самому морю. Возле моря дует ветер. Даже слышно по шуму волн. Но все равно все красиво. Облака закрыли солнце. Ждем, когда солнышко выйдет. Все-таки теплее, когда оно греет. Но все зеленое, все в цветах. Цветочки. Хотите беленькие, хотите желтенькие. Памятник Ленину. Вот вид на гору или скала там вот в самом море. Там люди есть, их видно. Спускаемся по лестнице. Из, ну не гранит что-то такое, а вот здесь гранит, да, сами ступеньки. Не, так довольно симпатично тут все сделали, такое красиво, уютненько. А сейчас я вижу, что дорога к морю идет старого варианта еще. Советская дорога к морю, все, ступеньки у нас заканчиваются. И переходим на советскую дорогу. Ну, понятно, как же тут без кошек. Без кошек, ну никак. Вон какие киси ходят. Маки уже есть, колючки цветут. Идем по старым тропкам. Все вытоптано, все немножко разрушенное. Ветер дует довольно-таки сильный. Ветер сильно колышет деревья, можно посмотреть. Жестко. Вот вид на пляж. Там, не знаю, песок там или галька, непонятно. Но надо туда нам дойти. Как-нибудь попробуем дойти, конечно. Вот мы стоим на берегу, ветер сильный дует, не знаю, слышно меня или нет, но вид очень красивый, море штормит чуть-чуть. Так, мы решили попробовать пройти до скалы, вон там ступеньки у нас. Вон туда мы сейчас попробуем дойти. Все это очень интересно. И очень много нам ползти. Сейчас попробуем. Ну, я и видел. Вот он вид немножко с другой стороны этой скалы. Чуть-чуть поспокойнее. И сейчас мы, надеюсь, дойдем. Так, мы сначала решили забраться. Тут тоже какое-то площадочка, ступеньки, пройдем по ним. Я не знаю, куда она тут идет, но похоже, она здесь и заканчивается все. Не, здесь ничего нету. Здесь вот такой вид, просто выход на скалу, немножко посниматься и все. И отсюда вид на пляж хороший. Все, мы пошли вниз. Вот такие ступенечки. Ну так. В принципе, идти можно, только аккуратно очень.
И вот сюда нам вниз надо спуститься и пройти. Так, ребята, идем все ниже и ниже. Вокруг такой вид. Скалы, ветер, трава зеленая. И ступенечки. Вон там какая-то яркая группа идет на скалу. Ветер очень сильный. Мы спустились вниз перед скалой самой. Тут ну просто сдувает. Поэтому мысль забираться наверх при таком ветре. Еще думаем. Так, решили мы не идти все-таки. Действительно, там очень ветер сильный. Не пойдем в этот раз, как-нибудь в другой раз мы сходим. Поэтому возвращаемся. Пойдем в другие места смотреть. Подъем по ступенькам. Ветер теперь нам дует в спину. Помогает подниматься. Прям штаны как парашют. Поэтому идем вверх. Будем ждать хорошей погоды, когда будет солнышко постоянно, а не как сейчас, то ушло, то пришло. Вот он вид. Сейчас пойдем по тропе, которая рядышком находится, с правой стороны. Красивые виды, деревья под ветром, море блестит, здорово. Продолжаем свой маршрут. Поднимаемся выше, чем тропинка на скалу. Скала вот она. Сейчас я вам покажу, вот она слева. Мы идем выше. Здесь уже люди отдыхают. Скамеечка стоит. Трава зеленая. Возвращаемся мы с этих тропиночек. Как неожиданно, но набежало очень много людей. Все фотографируются. Мы там успели сделать снимочки и пойдем дальше. Постараемся спуститься к пляжу.
пляжу это туда, вон к этому белому пляжу. Так, идем дальше к пляжу. Вот смотрите, какие котики на кафе. Вон еще один у нас котик. Взгляд сзади у котика. Все, идем дальше. Начинаем опять спуск какой-то непонятный. Мы тут ничего не знаем, поэтому ходим, куда попадем. Ну, похоже, по спуску это все-таки к пляжу дорога. Так что идем дальше. Вот опять мы котика нашли. Везде котики. Дальше идем вниз. Дорожка асфальтная, советская. Главное, что солнце, когда светит, тепло. А когда ветер дует, так не очень, конечно. Ступеньки у нас где-то хорошие, где-то плохие. Но мы идем к морю. Это Симеиз. Ура! Чем ближе к морю, тем громче ветер. Еще немножко, и вот уже, ну уж, волны бушуют, так неплохо. Сейчас мы туда придем, посмотрим поближе. Последние шаги к морю. Дайвинг-центр тут у нас. Спустились мы на пляж. Здесь волны такие хорошие. Пляж состоит из крупной гальки. Не знаю, как тут ходить, конечно, босиком. Ну, думаю, нормально. Что нашему человеку надо? Море. Да, какой-то типа песок, галька. Не знаю, гравий, и все нормально, можно купаться. Это общий вид, откуда мы пришли. Слева находятся палатки, и, скорее всего, это торговые палатки.
потому что есть какие-то вешалки, провода проложенные, да, это, скорее всего, торговые. Так что здесь во время пляжного сезона движуха хорошая. Есть что купить, есть где полежать, есть с кем позагорать. У кого есть, конечно. Ступеньки на пляж. И сейчас посмотрим на саму гальку. Ну, в принципе, галька тут кругленькая. Я не думаю, что будут сложности по ней ходить босиком. Нормальная галечка. Идем по гальке, как по пустыне, с барханами. Эту горку, скорее всего, шторм намыл. Почти под самый бордюрчик. Вот там люди запускают змеев летающих. О, наконец-то опять солнышко вышло, уже хорошо. И такой вид на зелень с пляжа. Домики старенькие. Зато все зеленое и красивое. Здесь, кстати, поставили волнорезы, ну, камней накидали, как волнорезы. И на самом пляже, слева-справа, более-менее такая тихая вода. Кстати, по змеям этим вы можете посмотреть, какой силы ветер. Змеи аж не знают, куда от него уже улететь. Об какой камень ударится, чтобы не летать лишь бы. Но их все равно заставляет летать. Так, поднимаемся мы с пляжа. Ветер дует, солнце спряталось. Как-то грустно стало. Пойдем в парк. К домам, туда, к теплу. Вот такой граффити. Кушайте на здоровье. В каком-то старом месте идем туда, не знаю куда, но думаю, уж пройдем куда-нибудь. Санаторий Пионер — это, оказывается, бывший санаторий Пионер. И везде красивые цветы, весна, все цветет. Деревянного здания, скорее всего, какой-то дом отдыха, комнаты для отдыхающих. Из дерева, прикольненько. Местные дорожки для проезда лишь одной машинки. Не знаю, если тут встретятся две, кто кого будет куда выталкивать. О, как здорово! Растение. Растение растянулось. И дальше опять тоже все в цвету. И как же семейств без кошечек? Какая красивая кися! Боится. Что-то непонятное на нее смотрит.
Абиссиния, насколько кто понял, что это такое. Выглядит бомбезно, потрясающе. Ну что, идем мы потихонечку к машине уже. Прошлись, посмотрели. Солнце село, опять у нас большая туча вышла. Или не вышла, прилетела откуда-то. И поэтому мы решили уже заканчивать нашу экскурсию по Семиизу. Вон я уже вижу машинку. Тучка реально очень такая плотная и большая. Посмотрим, когда поедем в сторону дома, как там. Ну, она как раз со стороны нашего дома идет. Поэтому все, если что, всем пока, всем удачки. До встречи.